Давай. О, ребят, всем здорово. Сегодня толпой играем. Что это у нас? Детайлан Триптайт, да? Вжух. Вжух. Бля, что за вжух с нами играет? Вот, решили в какой-то веке поиграть в эту ебошку. Не знаю, что из этого выйдет. О, подожди, дубинка какая-то. Они у нас рэперы однодневки. Да ты вообще там хуй с горы какой-то. Ладно, а чё мы сюда-то пришли? Я по крайней мере бил. Полутаться немного хочу тут. А нам оно надо? Открывайте! Можно полутаться слегка. О! Делянок не помешал. Точно. А вот тут что-то есть. Попробуй. Да ладно, пойдем. Нам же наверх. Ой, я нашел. Черт. Я просто. Я как. Я говорю. Я вообще Dead Island обычный прошел, а вот Riptide я короче, нашел. Не проходил до конца. Ой, я нашел вход. Тут еще у нас. Ну уже пойдем, ладно. Раз нашел. Меня зовут Андрей. Говно, вы вообще охренели? Это я тут первый нашел. Пошел в жопу. А тут же для всех свой лут. На острове Полонаки. Да, для всех свой лут. Ладно. Подожди, инвентарь! Ёбаный инвентарь, я хочу... О, у меня этот есть. Надеть вот сюда. О, отлично! Все, как теперь выйти? А, все, я нашел выход. Короче, вернусь на чудо. Все, окей. Классно. Все, нам наверх? Нам наверх. Что-то я не пойму, у меня как-то... У меня FPS, ну, блядь, 70-80. Но такое ощущение, что у меня игра лагает. У меня 150. Ну я на максимум выставил, короче, все просто. Ты в порядке? У меня как игра была, так и есть. Почему ты на меня так... Но у меня что-то прям как будто лагает. Как он, как он? Может кто-то хочет спрыгнуть отсюда? Подожди, это у меня, наверное, это... Управление, наверное... Ломай мост, ломай мост, ломай мост, ломай мост. Да вы его не сломаете, ребята. Печально. Нереалистично вообще просто. О, фомку нашел, монтировка. Кого? Монтировку нашел. Черный Гордон Фриман. Фу. О, бля. Вот тут лежит. О, кто там лежит? Телка твоя? Нет. Бля, я застрял. О, а че? Смотри, смотри, кто тут у нас. Кто тут, кто тут? Вот. Кого-то бить надо? Да. Злых. Люди. О! Где злые? Люди! На тебе в рожу. На тебе визу. Подожди, я пойду кастетом пиздить их всех. О, держи, ёпты! Черная мамба пошла пиздиться. Да ты чё мне тут рукой машешь, говна кусок? Ай, на, ты... на, на, оп, базару нет. Не, что-то мне не нравится эта херня. У-ху! О, ты чё, на тебе врыло, говна кусок. Смотрите, что показываю. А как её... А как ногой бить? О! Во-во-во, меня ударили. Как ногой бить? Е. Я, опа! Подожди, а это чё за чудик здесь рядом с нами? На, кому-то жбан проломил. А, это Тёма. Это кто? Это чё за хуй? Я могу себе гвоздь модификацию. Ой. О, модификация гвоздь тоже я прочитал. Ну чё, ребзя? Так, вам. Подожди, кто меня тут бил? Я же вроде ебан. Оба-на! Да иди нахуй с ноги, тебе говна кусок. Оп, нормально. И вот. Так, что-то я вроде по голове бьешь, а он как-то бьет непонятно. Да на с ноги, на еще с ноги. Это кто это? А, это, я думал, короче, это зомбарь, это, кажется, наша баба какая-то. Генри. Туда и сюда. Мне за что-то опыт дали. Хорошо, что вы. Ебать, музыка громкая была. А чё за модификация гвоздь? Давай сидим. Да это палка с гвоздями.
Ладно, что нам дальше делать? Нам кому-то подойти надо. Поговорить с Тевером. Вот, надо с Тевером поговорить. Да, он мне что-то лепит. Я себе скрафтил что-то. Здесь. Ну чё, по... А, ну давай, пизди с ним. В смысле, а чё, он ещё выебывается, что мы ему помогли? Ой, телефон нашел какой-то. Чё там, куда нам? У нас есть заграждение. Может, получится... помогите Теводу защитить лагерь. Мы за это получим гвоздодёт. Ну, не гвоздодёт, а гвозди. О, можно здесь купить. Можно себе купить что-нибудь. Да можно, можно. Здесь еще склад есть. Так, а нам что надо сделать-то сейчас? А, баррикады нам поставить. Нам как в Rainbow Six Siege. Надо будет делать баррикады. Подожди, а как ее ставить? Вот я стою на этом месте. Ты ее берешь и F-ку нажимаешь. А где ее брать? Вон они валяются. Где? Вот. А, я не туда пошел, что ли? Вот еще одна валяется. О, не, я нашел закуску. Ты будешь помогать? Да, я не вижу баррикады. Установите, давайте, защитная. Вот она. Ну так у меня... А, вот, теперь вижу, теперь нашел. Вон и я ее поставлю. Пошел в жопу, я теперь ставлю. Вы это, давайте, вкалывайте, покуда поем. О, не, нет, ты типа не... Я же тоже негр, чё ты, братан? Эй, нига! Подожди, а здесь мы не закрыли? Бля, ну ты как будто срать хочешь, ходишь. Подожди, задание, вернемся к реальности. Да, я поставлю ты. Ну, а чё она не... Кто, сука? Пошел нахер, черная рука. Да это вот эта черная рукожоп снимает ее. Да зафига ты ее носишь? Я сюда вообще-то пришел отремонтировать. Если что. Давай, ставь. Окей. Не забирай нашу сеточку. Ставь, все, ставь ее на место. Сейчас это, сейчас будем биться. Соберитесь вместе. Не на жизнь, а на смерть. У меня есть коктейль молот. Так, где все? Или коктейль молот? Ну ты дурачок, у меня есть коктейль, да? Бля, да что ж ты орешь-то? О, вот они. А чё их? А, их так? А, не, можно их через этот бить тоже. Чуть-чуть, правда. Тогда их вообще лучше не бить. А они уже этот. Ну идите, помогите ко мне, мне на центральном входе. На центральном иду. О, базару нет. Уху! А, да это чё, га... Да ты дурак, что ли? Уху! Нихера ты гонишь. Подшмалил всех. Ходаки! Тыщ. Вы на них сверху прыгаете, они так умирают быстро. На них сверху прыгать? Да. Сейчас попробуем. Тебе говорю, что-то какая-то непонятная херня потом лагает. Я же говорил, надо было в Daylight. Так у меня же нет Daylight. У меня есть пятница. Да, надо было в пятницу дойти, ладно. Ну, а в пятницу можно тоже видел? Сходить. А? О! Ну да. Кого? Какой видос? Ты выловил тот видос на пятницу? Конечно. Когда я там визжал как сучка, конечно, выложу. Мне кажется, там было еще хуже. Подходите ко мне. Ой, я подошел. Охренеть, чуть не накрыло. Ого. Че он со мной разговаривает? Не дали. О, ты что мне дали? Посмотрите, что мне дали. А мне тоже что-то дали? Надо взрывать мост. А тебе такую же дали херню, как мне? Да. А какую? Всем одинаковую. Да синюю еб... хрень, как я ее возьму. Я пошел жертвовать собой. Бай-бай. Удачи. Ай! Я взорвал. Сука. Используй аптечку, говна кусок. А, ну я тебе помогу, ладно, на.
О, новый уровень. Чё ж за нахер-то тут происходит вообще? А надо обязательно смотреть это видео? Ну, если хочешь. Вы взорвали чертов мост? Ну это ладно, пусть будет. Слава богу, какой пульс? Да не, нахер это видео. И так все понятно. Нам пришел какой-то пиздюк, правильно? Угу. Так, подожди, здесь что-то забрать, давай. Надо в красную эту говно. О, и с ним можно поторговать. Я хочу с ним поторговать. Он нам дал? Кого он дал? Да выходи, у меня гвоздемет. Гвоздемет, кстати, тема. И чё, куда идем дальше? Надо в красный кружок. Не, с тёлкой побездеть надо. В красный кружок. Ну в красный кружок. Всё. Давай. Нас Гондон какой-то в трюме кинул, там туда-сюда. Так, начать сейчас. Хорошо. Я даже не читал, что за миссия, короче. Чё-то их голоса так тихо. У меня, короче, сигнальный пистолет максимально вкачан. А что ты тут делаешь? Где? Пойдем. Я зашел, я в помещение зашел. А я уже пошел дальше по этому, по сюжету. О, стоп. Я тут квест, возможно, сейчас могу. Так, припасы, давай еще. Припасы на... О, скоро на корабль пойдем. Пацаны! Я тут один. Там надо на корабль как бы идти обратно. Ну, нахера? Давай, нормально, покуда так побегаем. А, пацаны, смотрите, что я сейчас могу вам предложить. Что именно? Да пошел ты в очко, говна кусок. Смотрите, как я могу, смотрите, что я могу. О, видал, как помоги. Я просто. Что ты сказал? Ну ладно, я тогда без вас еду как. Не пизди, я тут уже все нормально. Там конфетка. Да... Ай, конфетка! Да посади щегла, ладно. Поехали. Вы все сели? Да? Я да. О, подожди, не, я не туда вышел. Да блять. Куда вы сели? Все, езжай. Мы сейчас на квест поедем, вот на пляж. А тебе видно, как давай. Я сижу у тебя на стене? А, не-не, мы короче поедем в другое место, вот чё. F и V. Мы поедем вот сюда, вот, по метке. Вы сели? Я сижу. Я почти Андрюша, нормально сядь. Сейчас у меня стамина усилится. Нормально сядь, Андрюша. Ай, всё, ла-ла, нормально. Короче, если он сейчас не сядет, я без него поеду. Илья, ты сел? Я сижу. Я сзади сижу. Все пучком. Армия черных и белых ели. Я разъезжай давай, да? А, подожди, то есть ты кого-то давишь, а мне еще ее... А мне опыт дается, да? Это нормально? Угу. Тут, грубо говоря, общий опыт. И базару нет. Че, машинка? Подожди, а как вкачаться пока? Я могу же вкачаться. Умение. Немножко приехали не туда. Умение. Че это у нас тут? Подобранные деньги. Мы вообще туда поехали. А, мы не туда поехали. Отмена. А куда нам надо? Оль, давай залутаем что-нибудь. Ну высаживайся, у бака. Подожди. Мастер урона. Я тут хочу технического удара для всей команды. А, подожди, нет, вот это давай качнем. Окей. Hello. О, Миха пришел. Мы попали в видео. О! Ой, бля! Да подожди! Едем! Илья, не выходи! Илья, не выходи! Хорошо, стараюсь! Езжай! Отъедь! Я тут чуть не уезжаем без антимчи! Ебать колотить! Мы поворот проехали, если что. А че, где Андрюха? А, 50 метров от. А мы сюда не въедем! Выходим. Бля, да почему я с этой стороны там выхожу, а? Говна ты кусок. Все. Пойдем. А что там у нас? Ну ты мудак, запинали козла, да? Саново. О, подожди, давай отдохнем и с разбега.
На, бля, не получилось. Мы медленно шли. Давайте, я хочу в дузло ей прям. На! Блин, а гвоздомет тащит. Не, гвоздомет тема. Особенно если вкачанный. Оба. Эй, там их куча. Как там, ты говоришь, сверху падать? Нет, ты просто постоишь там, он на жатев. Короче, я без вас уезжаю, до свидания. Подожди, ты же сказал, нам сюда надо. Ты чё? Я никуда не хочу сюда. Ты меня... Ты меня кидаешь? Ты меня кидаешь? Подожди, я уже подошел. Особенно меня. Я сдох. Поможете? Я хочу на передней сидеть. О, тут еще тачка есть. Поехали на двух тачках. Давай на гонки тогда. А куда едем? Смотри, стой, не едь покуда. За мной пойдем. Пойдем Тему заберем. Ой, Андрюша. Разворачивайся, давай. А что, не будем Андрюшу забирать? Да куда ты едешь? Права купил, наверное, да? Ну, честно? Я развернулся. Поехали, давай. Газу за мной. Ну я типа еду за вами, но... Да ты бери тачку, доезжай уже, там тачек куча. Я тогда ливаю из игры. Да я тебе сейчас ливану, ты чё? Тут тачек просто до жопы. Тут ганстопати. Что такое? Я не туда приехал немного. А нам налево надо было? Ты что-то как-то вообще неправильно едешь. Да потому что здесь руль у меня плохой, неудобный. А руль вообще тут неудобный в игре, в самой. Да, как-то поворачивать мне вообще неприятно. Он как-то поворачивает. Нам наверх или подожди, или в обратную сторону? О, давай сюда. Я приехал. О, Андрюша, в нашу сторону ты идешь или едешь? Человека. Я еду задом. А чё ты задом-то едешь? Дурачок, что ли? Ну здесь развернулся по чистоне, я где. Оп, всё, развернулся. Сейчас мы тут... Да что ж такое? Да почему же я не могу-то передом проехать? Бля, да что ж такое? Чё ж за машина говёная такая? О! Нихера я не могу, короче. О! Смотри, Андрюша приехал. К шапочному разбору. Тихо, тихо, не бей его, не бей. Тыщ, сейчас его надо туда запинать. А, чё у него столько... Куда его запинать? Андрюша, Андрюша. В электричество. О, это же этот, я и забыл. В электричество запинать его надо. Давай, 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 давай. Хиляйся, хиляйся. Я забыл, что это этот бешеный. Просто, ты понимаешь, толпой загасили, короче, как эти. Электричество. Так чё ж ты там бегаешь, дурак, что ли? Вы уверены? Ты чё, дебил, что ли? Конечно, мертвый, чё, не видишь, что ли? О, мана чё-нибудь скрафтить. Модернизировать, опаздывать. Гаечный ключ. Отлично, что-то нашел. На. Спасибо. Ой, бля! А, у меня это что ли слева? Ну ладно. О, я модификация члена вредительства, видал, да? Чего? Член. Члену вредить будем. Ресните! А чё с тобой? Илюха, Илюха, иди ко мне. Ща. Ко мне. Чёрт. Чё ты хотел? Я поехал. А куда ты поехал? Куда-нибудь. Кидай эту штуку. А как его модернизировать, я забыл? А, его модернизировать. Пошли, Андрюша. Стоимость... Где урон у них? Урон 150? О, вот это урон. А с какого уровня? Кто? Члена вредить. Членом вредить? Ну, не... Да ёб твою, ты что натворил-то? Я всех сорвал. Всех? Ну да везет. А где мы сейчас? А, ну все нормально. Поехали. Давай. Да давай, садись, пусть он ведет. Поехали.
Щегол, давай, веди. Ты ездить-то умеешь? А куда ехать-то? Да иди ты нахер с твоим. Куда ты ехать? Ты так? Что ты делаешь? Ты что, вылетел? Не, я вышел. Куда залезать? Ты, твоя машина, ты понимаешь, лежит или это не твоя машина? Это не моя машина. А куда нам надо? Вот я. Да ёб твою! Залезай ко мне же. Я выпрыгиваю на ходу. Па, подожди, залезай, дай вот эту сучку шатаю. Да ты чё творишь-то, ёбан? Ты не умер. Я еще не умер. Вот это они орут. Садитесь. Подожди ты, сейчас я ему в ухо навтыкаю. Смотри, как заточкой по почкам. Да иди ты нахуй, козел. Пых, пых, пых. Раз, раз, раз и поштырял козла вонючего. Я сел. Эй, я так не стою. Подожди. Все, поехали. Поехали. Я твою жопу. Чувствуем. О, я по центру сел, базару нет, поехали. А я могу стрелять? Куда ты едешь? Что? Что ж за нахуй-то тут происходит, а? Я застрял. Окей. Выйдем с другой двери. Да блядь, дебил тупой! Сука. Куда ехать-то хотя бы? Да я хер его знает уже. Есть машина, значит можно... Значит можно угорать. Тёмик не... Ну, Тёмик не смог пролезть дырочку. Берегись! Пошел в очко. О, мне 3000 опыта дали. Это я просто задание выполнил. Я помогу тебе. Да ты... Ты что-то как-то это, бывает, не особо-то помогаешь. Садись ко мне. Сейчас, подожди, дай тут лутину заберу. Похаваю. Бабосики. Взлом спасибо нужен уровень. А? Да ладно. Подожди, а Тёма где? Нет. Я испарился. Не, он есть, я его вижу на карте. Где-то там. Да ну ты как-то ездишь хуёво. Я пошел туда. Туда это куда? Да я хуй его знает, куда-то сюда. О, тут эти! Я так хочу её сандрюшу. Ресницы, ресницы! О! Чё за нахер? Что? Пацаны, спасайте! А, ну ладно уже. Мне пизды спасибо, дали. Спасибо, что вытолкнул. Я тебя вытащу отсюда, Ильи. Тёмик, я тебя вытащу. Кто кого вытаскивает? Сейчас подождите, я пойду тоже тачку возьму. Так эта тачка не работает? А, там больше нету машины, если что. Это тоже, да? Не мучачая. Ну ладно. Блин, а я-то думал, я в форме. Hello, я о, тут... чё за херня? Пожалуйста, эй, ждите. Да? О, глава вторая, выход есть. Что за нахер? Каким боком мы дошли до второй этот, главы? Я тоже не знаю. Это трындец вообще. Так, я, короче, я в каком-то доме, пацаны. Я вижу, там вы Андыша, горите. Там Андыша один остался. Да нет, я тут. А-а-а. А чё она так долго грузит? Ебать их! А откуда их столько, пацаны? Пошли нахер! Пошли в очко, ублюдки! Иди ты нахер! Откуда их столько? Я не знаю. Не, ну тут вообще же атас. Просто тут кто сзади появился? Да иди ты на тебе в щи, говна кусок. Да, блядь, мне стрелять нечем. Мне кажется, я с вами не буду играть, потому что у меня уровень вообще, походу, не качается. В смысле не качается? Все качается, тут у всех одинаково.
Фига ты все подпалил, у меня аж ФПС просил. У меня было 100, сейчас 50. О, да тут этот, тут здоровяк. Посарёк это. О, вот а, это да. Ты видал 790 опыта, упало вам, пацаны? О, да ладно, нихера он бьет меня. Да, я ему в щи, короче, прописал. Там что-то, пацаны, атас. Вы сами разбирайтесь. А как тут, а? Я побежал отсюда нафиг. Я какую-то дверь выломал. Да иди ты нахер, говно кусок. Я шо один буду боссом? Почему, я здесь? Это не босс. Я просто на улицу тут нечаянно вышел. О, я отхилился. У меня, кажется, хилки были. Это босс? Кто, как это не босс? Это же... Как, они же боссами считаются. Это вот я бы... Максимум, чтобы я сказал, это мини-босс. О, ну как мини-босс? Это прям такой нормальный, я тебе скажу. А тут как бы крупнее-то нету. Или в Риптайде есть эти, да, по-моему? А, не, это не в Риптайде, это в обычном, когда мы в город там переезжаем, да? Да, блядь, да сколько их тут? Пацаны, он-то ко мне идет. Я могу как черт ему, короче, со спины бить? По почкам прям. Да что ты, черт возьми, не убивайся, я в него стреляю, он... О, сгорел, сюра. О, я ему критически нанес. Ты понимаешь, что мы ему только пол жизни снесли? Так, я сейчас не знаю, я что-нибудь выберу. Ну давай, допустим, это, ну... Так, ну все, я одел что-то. Причем меня никто не трогает. Ё-моё, опять здесь... Вот он теперь только кусает, если что. Да все, я его убил. Пока вас дождешься. Капец, тут ФПС проседает. Оп, все, чух, нормально. Чинс, чинс, чинс. Уху, на, видал как надо. Опа. А, да, в смысле, обратно идти? Да? Мы завалили босса, это вся наша задача. Вот тут еще что-то открыть. О, у меня молоток, я пошел забивать гвозди. Сколько у нас тут уже серия идет? Да я думаю, можно, в принципе, заканчивать, что-то я нихуя не... О, подожди, я нихуя не пойму. Опять загрузка. Ой, ну ладно, в принципе, на это можно заканчивать, я думаю. Потрещали немножко. Пойми как-то, конечно, игра какая-то. В одиночку, по-моему, в нее интереснее играть. Она сложнее будет. Ну, я скажу тебе, даже не в два раза, она просто ужасно сложнее будет. А так, ну, в принципе, потрещали, я думаю, ну, пойдет. О, здесь. Давай-ка откроем. Да хули открывать, это нехуй. Вот. Ну, ладно, ребят, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А? Я сейчас пытаюсь найти, как делать из Маши атаку. Кого делать? Ну, это типа выучил умение на из Маши атаку на бегу. О, тут... О, ты что, задавил его, что ли? Наверное. Пойду по торгу. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну, все, ладно, ребят. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.